ведь во многих из них оборудование лучше, и в них окажут более качественную помощь во время родов. Вот вам и парадокс. Государственные клиники Пекина оборудованы намного лучше частных, более комфортабельных. Но ради здоровья ребенка можно от комфорта и отказаться. Но есть еще один момент, с которым столкнутся абсолютно все женщины в период беременности. На самом деле роддома в Пекине практически ничем не отличаются от любых роддомов в мире. Но единственное, если мы перед рождением ребенка хотим сделать ремонт в комнате, например, у него голубенькую или розовую комнату, купить одежду ребенку, платьице или ползуночки голубенькие,